центральном пляже. Просто на самом деле, почему на Голубицкий центральный пляж? Здесь интернет есть. Здесь есть интернет. Мы просто для одноклассников тоже делаем прямую трансляцию. Они все. Кстати, можете найти. Аккуратно. Так и называется путешествие на два моря в одноклассниках. Прямая трансляция. Можете подписаться. И везде, где есть интернет, всегда включаем. Итак, это в формате 360. Вы можете смотреть с разных сторон. Я вас не ограничиваю. Просмотры можете смотреть на меня, можете смотреть вперед, направо или налево, со всех сторон, да. Если на компьютере, то мышкой по экрану, а если на телефоне, то пальчиком. Пойдемте посмотрим, какая сегодня погода. Вроде бы не жарко, но ветрено. Я его прямо отсюда вижу, волны. Волнушки. Пойдем. Ну и отлично. Конечно, как-то небрежно выглядит территория. Вроде центральный пляж, а тут что-то непонятно разбросано. Но нас это не волнует. Оп. Нам никто не помешает дойти до моря. Ну, в пределах разумного, да? О, вот это волнушка сегодня. Как тебе? Нормально. Нормально. Пойдем пощупаем траву, да, какая температура. Народу сколько много. Вода отлично по температуре. Мы уже искупались. Жаль, что вас здесь нет.
штурвале. Там, где ветер, море и волны. Голубицкая, центральный пляж. Пока-пока.